Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Специальное интервью, репортаж из музея Барби. Это Канзас-Сити, музей игрушек, миниатюр. Мы находимся прямо при входе в зал, где находится музей Барби, и начнем с самых раритетных и интересных экспонатов. Это Билд Лили, прототип Барби, который художник-дизайнер, который разрабатывал Барби, почерпал идею образа. Вот такая кукла выпускалась в 1955 году. Конечно, сейчас она уже выглядит несовременно, но для художников она представляет определенный интерес, потому что это уже история. И вот на основании вот этой куклы в 1959 году появилась Барби номер один. Вот так она выглядела. Вот с этого все началось. Это уже история. На тот момент это была очень необычная кукла. И публике она понравилась. Что было на тот момент, когда появилась Барби? Была вот такая стилистика. Это книжки, это портфельчик детский. Это были вот такие вот игрушки. Зрителям необходимо понять, что происходило в 55-м году. Как только Барби появилась в продаже, она стала пользоваться бешеным успехом и, естественно, менялась мода, менялись пожелания, вкусы покупателей, в первую очередь детей и девочек. И, соответственно, фирма начала выпускать различные версии Барби. Появились Барби черного цвета, это 68 год. В 96 году даже выпустили реплики старых моделей Барби Limited Edition. Появились такие вот Тути и Тодд, Барби Систер, Барби Бразер. А это у нас первая версия Кена. Кен номер один, 61 год. Вот такой был у нас Кен. А это Кен номер два, 62 год. Немножко он отличается чуть-чуть, но не намного. Появились потом еще вот такие версии Кенов. Это слева Кен 84 года и Кен 99. Интересный вариант Барби с веснушками. 63 год. Очень интересная Барби, Барби-инвалид, это 97 год. Я, кстати, про эту игрушку слышал, когда в Москве открылся первый салон Барби. Они даже заказали эту модельку, но в России, к сожалению, люди не настолько толерантны, как в Америке. Вот, поэтому вот эту модель никто в Москве не покупал. Это, точно помню, интервью с владельцами вот этого салона. Как я говорил, модель Барби кукла получила бешеный успех. И началось, поехало. Барби стала доктором, космонавтом, морпехом, стюардессой. Вот этот стенд посвящен различным вариациям Барби и Кена. Барби 94 года,
доктор детской клиники с новорожденными. Айта Кен, тоже доктор. Доктор Аллен, вот такой вот вот. Вариант Барби, цирковая звезда. Барби, победительница конкурса ЮНИСЕФа. Барби, астронавт, 95-й год. Это более ранняя версия Барби астронавта, 65-й год, мисс Барби астронавт и Барби астронавт 86-го года. Конечно, модель 65-го года выглядит проще, но тогда только Шепард слетал в космос. И вот по мотивам сразу же сделали такой вот вариант. Вот такая строгая Барби-учительница. В общем, дизайнер. 61-й год. Барби и Кен в армии. Это не в костюме пехотинцев. Это вот они морпехи. Это у нас Air Force. Это у нас Navy. Барби летчики, стюардесс, соответственно, и пилот. Вот такие вот версии Барби. Барби полицейский. 94-й год. Даже есть Барби-палеонтолог, Барби на скутере. Еще вариант American Airlines Stewardess. Вот это вот. Это 61-64 год. Барби-пилот. Барби занимается аэробикой. Барби-балерина. Барби из Лебединого озера. Более ранняя версия балерины, это 65-й год, видите, немножко и костюмчик попроще, чем вот здесь вот. И Барби немножко отличается, и прическа, и форма лица. Вот такая милая Барби. Соответственно, и Кен тоже, и бейсболист, и драм-мажор. А вот это у нас Барби-черлидер. Посмотрите, как интересно сделана коробка в виде маленькой такой комнатки. Тогда, естественно, бюджет был меньше, и все делали с картона, но все равно очень мило смотрится. В 60-е годы безумная мода. Вот такие модные барбики. 62-64 год. Вот с такой вот модной машинкой. Барби из Голландии, Барби из Гавайев, американская модная Барби. Вот еще интересный экспонат. Барби номер 3. Это 62-65 год, одетая в красном. И, я так понимаю, ее подружка, Скипер. Вот такая очень-очень модная, крутая Барби 65-го года. Вот так раньше выглядели комнаты для Барби. Тогда с пластмассами еще не так работали хорошо, с полимерами, как сейчас. Поэтому, видите, все сделано немножко подешевле, из картона и цветной бумаги. Но все равно смотрится очень даже прикольно. Это 64-й год, такая комнатка. Вот такая вот милая Барби с веснушками. Здесь написаны слова, которые сказал дизайнер. Рус Хендлер – это создатель Барби. Ну и, наконец, очень интересный стенд, где фэшн Барби в различных вариантах. Такого изобилия даже не видел в магазине Toys, куда заходил купить своим детям подарки. Потому что ассортимент постоянно меняется.
Каждая кукла выпускается ограниченный промежуток времени. И те модели, которые продавались, к примеру, пару лет назад, сейчас уже становятся раритетными. Очень много людей продолжают коллекционировать Барби во всем мире. Здесь собрана очень маленькая толика того, что выпускалось заводом. Конечно, сейчас ассортимент гораздо больше. Такая Барби 63-го года. Одна из первых фэшн-моделей. Следующий Барби. Сейчас 65 год. Испанская 80-го года. Студент. Вот такой стильный. Вот модный тем. Ты не брит. Вот так. Индеп напоминает.
такое. А это родители Кадзуи. Барби. Да, это тоже очень. А куклы? Либо то и практически редкие. России практически не знаю. Такие вот, блин, гладенькие, вот красавчики. Чика. Тенор. Рок-музыка. Вся тука. Даже. Кусок на пляж. Университета, 76-го ветка года. Кстати, вот английский. Вот в стиле кибар. Английский. И наконец последний самый с Барби. Такая сцена. Вот такой кен в японской стилистике интересный. Тоже японская Барби. Такой вот у нас кен модный. На мотоцикле. Еще одна Барби Харли Дэвидсон. 98 года, Limited Edition. Барби из вестерна. Барби из комиксов.
И на этом стенде я буквально еще не захватил вот таких вот Барби с Кеном из Стартрека. Барби из Тимос. Барби индийская принцесса. Очень красивая кукла. Вот такие две Барби. Кения и Нигерия. Вот такая вот реклама шла по телевидению в то время. Рекламировали Барби за $3. Наша экскурсия подошла к концу. Если вам понравилось наше видео, оставьте, пожалуйста, комментарий какие-нибудь. Интересно услышать, что больше понравилось из видео. Если у вас какие-то пожелания, вы также можете их оставить на канале. И в завершении нашего ролика я покажу вот этот плакат. Эволюция Барби от самого начала и до золотых 90-х. Это старенький плакат такой вот. Оставайтесь с нами на канале, подписывайтесь. Если вам понравилось мое видео, размещайте себя в социальных сетях, рекомендуйте знакомым. Удачи!